Кошатник мы обработали, думали, сможем переждать. Пока не получилось. Вот это у нас мама, но у мамы воспаление легких. Она прячется, потому что мы ей делаем уколы. Она добрая, хорошая девочка, но она вся хрипит. У малышки воспаление легких, подтвержденный диагноз. Пока на уколах. И у мамы... У мамы детки. Вот у мамы 4 красивых детки, да? Малышни, маленькие мои, зайки. Иди, мама покажет. Да, мы шипим, мы такие вреднючие. Ну-ка, давайте покажемся. Вот это мамины дети. Малышам примерно по 2 месяца. Иди сюда, козленок. Вот этот самый сердитый у нас шипышка. Да, такая шипучка у нас. Так, вот такая девочка у нас есть. Вот такая красавица, черненькая девочка у нас. Малышечка. И еще один малявочка есть. Вот такой красивый ребенок. Вот такой маленький наш. Вот так. Когда маму нашли, то поймали 3 котят. И целые сутки малыш был один. А сегодня он мявкал, вышел, и мы смогли поймать еще одного. Так что все котята в сборе. Мама и 4 котят. Мама очень тяжелая девочка. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Это первая. А вторая у нас вверху, мама. Тоже сегодня. Тоже сегодня, но у этой мамы вот такие деточки. Вот такие. Вот такие манюсечки у мамы здесь. Да, она тоже ласковая, очень добрая. Вот такие у нее котята. Вот такие у нас. Мы только-только открыли глазки. Вот такие персиковые чуды. Маленькие мои. Вот я только не могу понять. Вот у нее... Покажи, детка. Покажи, солнышко. Ой, такие мои маленькие. Там вот такие красивые деточки. Дай мама вытащит, посмотрит, сколько их там у тебя. Ага. Получается, что вот таких новорожденных у нее вот 6. 2 сереньких разноцветных. И вот такой бутузик один разноцветный. Очень крупный. Он такого же цвета, как она. И у дитя... Видно, что он только открыл глазки, но глазки у него очень больные, были долго закрыты. И сегодня глазки мы ему открыли, промыли. И теперь будем капать глазочки. Бутузик самая девочка это, самая крупная. Остальные все почему-то очень мелкие. А это дитё. Но по цвету получается ее дочка. А по размеру, ну никак. Просто это дитё самое крупное в помете. 6 одинаковых и 7 вот такая куклёшка. Но у малышки просто проблемы с глазками. Мы проверили, это не инфекция. Просто очень долго были глазки закрыты гноем. Не разлеплялись. Вот такая у нас красивая мама. Вот такая мама, тоже мурлыка такая. Хорошая девочка наша, добрая. Умничка моя, хорошая. Вот такая девочка у нас. Вот так. Так что, ребята, вот такие у нас проблемы. Кашляет мама. Вот, она очень тяжело кашляет. Она очень тяжелая. Уколы сделали, таблеточки дали, витаминки укололи. Все, кашляет ребенок очень сильно. Но отопление мы включили, так что отопление у нас будет тепленько здесь. Да, малышка, в домике у нас тепло. Так что я надеюсь, малышка очень поправится. Врач сказал, это не инфекция, это воспаление легких. Поэтому для других кошек она не опасна. К тому же она находится внизу. А мама с детками вверху. Это первое. А второе, ребята, а второе, это у нас просто нет места, где их разместить. Поэтому идем на вот такой страх и риск, чтобы хоть как-то. Потому что, ну, некуда. Некуда нам. Некуда. Мало того, что некуда, еще и... Господи, помоги нам. Ты моя красотка. Вот такая счастливая мама. Вот. А там деточки играют. Там уже детки играют. Небольшой бардак у нас, но ничего, это малыши. Кушать они любят. Везде все. Я их здесь закрываю, чтобы никто друг другу не мешал. Здесь мама. Места пока им достаточно здесь. Для мам места достаточно. Внизу одна семья, вверху другая. Ну все, с Богом, детки. Найдем всех хозяев, обязательно найдем.